Председатель Совета ветеранов УМВД по Одинцовскому округу Александр Тарасов в преддверии Дня защитника Отечества провел патриотическую лекцию для учеников Большевиземской гимназии. Рассказал о подвигах героев Великой Отечественной войны, а также советских воинов-интернационалистов. Ответил на все вопросы. Лектор напомнил о том, как важно знать историю своей страны, помнить и чтить память защитников Родины.